В честь победы Нурсултана Назарбаева на выборах президента Республики Казахстан сегодня в Караганде прошел форум среди молодых активистов, металлургов, шахтеров и военнослужащих. На форум пришли около 6 тысяч человек. Там побывала и наша съемочная группа. Шахтеры и военнослужащие. Патриотические лозунги в честь победы Нурсултана Назарбаева на внеочередных выборах президента. Сегодня в Караганде прошел праздничный форум. В выборах президента Республики Казахстан за Нурсултана Назарбаева проголосовали 97,5% избирателей. В честь этого события сегодня на форуме была представлена праздничная программа. Это мероприятие проводится, на мое мнение, для патриотизма, для поддержки нашего Назарбаева. Я думаю, буквально нужно проводить такие мероприятия, чтобы у людей были патриотические ощущения. Все единые нации собрались, чтобы отметить победу нашего Назарбаева. То есть все его взгляды на будущее и планы, которые он еще не доделал, думаю, он именно этой победой совершит все результаты. В честь безоговорочной победы Нурсултана Назарбаева на форум прибыли активисты шахтерской столицы. Всего здесь собралось около 6 тысяч человек. Бакытгуль Укасова, Рустам Бараев, Никита Косых, 5-й канал.